Горе-писатели решили на славе Юрия Шатунова сделать, поднять рейтинги читаемости своего сайта. Придумали такую статью, что Шатунов отказывался говорить о родном отце. Предпочитал не говорить, с которым при жизни так и не смог наладить отношения. А нафига ему надо было налаживать с ним отношения, хотела бы я знать, если отец бросил семью спустя несколько лет после рождения будущей звезды. Господа писатели, с заказными статейками, нафига вы вытаскиваете всякую хрень о Шатунове? Все равно вы не сумеете народную любовь к этому легендарному певцу по-русски сказать «обосрать» своими статейками. Потому что если человек уже ушел, надо о человеке либо не писать ничего, либо писать хорошие статьи, если уж вы хотите поднять свои рейтинги, а не писать всякую гадость. Это называется чернуха, потому что никак это не назовешь. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.